Москве состоялся первый в этом сезоне международный товарищеский матч по футболу. Сборная Советского Союза встретилась с национальной командой Бельгии. В первой половине матча счет не был открыт. После перерыва бельгийские футболисты, они в темной форме, настойчиво атакуют ворота советской сборной, которая защищает Пшеничников. Молодой вратарь с честью выходит из трудных положений. Когда мячом завладевают советские футболисты, они, в свою очередь, проводят острые, но безрезультатные атаки. Подходят последние минуты матча. Счет все еще 0-0. И тут в сторону гостей назначается штрафной удар. Гол! Его забил Саба. За счетом 1-0 победу одержала сборная команда Советского Союза.